Сегодня, ребята, мы приехали в такое прекрасное место. Надо только на камы списывать. Мы здесь были в начале лета, наверное. Мама, я сделала из палочек вот это. О, а ну покажи. Красивое окружение. Это колечко. Окружение. Колечко, точно. Лиза осталась дома. А мы с друзьями, сейчас друзья еще подъедут, приехали отдохнуть. С утра погуляли в парке с Костей, с Максимом и с Лизой. Сэм забыл свою кофту, пришлось Лизину одеть. Ничего страшного. Главное, чтобы не холодно. У нас прохладненько сейчас. Сегодня 23 сентября. Это класс. Это большой... Сэм говорит, я знаю, что что. Это большой краб, говорит, ходил. Ты что, клешня от краба лежит? Такая большая, да? Большой краб. Ну и фантазия у тебя, Сэм. Где ж такому крабу взяться-то? Он из палочек. Из палочек сделан, понятно. Смотрите, какая здесь природа красивая. Пока еще ждем наших друзей, они немножко опаздывают. Ищут дорогу некоторые. Некоторые ждут там при въезде, чтобы показать, куда ехать. Уже меньше намного в реке воды. Камни видны. Весной было полноводье. А как здесь пахнет соснами, ребята? Красота. Зря, конечно, Лиза не согласилась с нами поехать. Здесь очень классно делать семейные прогулки. У меня супермощная пушка. Ого, пушка. Я тебя пульну. Пульну? Теперь я на мост. Сейчас пойдем.